твой шанс, и ты звезда. Ну а я приглашаю на эту сцену Наталью Дмитриеву, тоже с стихотворениями. Добрый вечер всем. Рада присутствовать на этом замечательном мероприятии уже не один раз. Благодарю организаторов мероприятия. И сейчас я вам прочитаю такое стихотворение «Размышления о любви». А что известно о любви? Да мало что известно. Лишь к избранным она придет и постучится в дверь. Ее мне описать довольно сложно. У каждого она своя. Вы на слово, поверьте мне. Она как будто вдохновение или прикосновение ветерка. Любовь можно сравнить с прибоем, как плещется у берега волна. Или с цунами в океане, когда любовь разрушена. Ее рисует себе каждый, какую чувствует внутри. И краски выбирает разные, они все на холсте видны. И еще два таких шуточных стихотворения о ресторане. Сижу я в ресторане, а за окном зима. Люстра стеклянная смотрит с потокла. Потолка. Собеседник интересный напротив сидит. Вино почти допитое в бокале стоит. Домой пора давно уходить, а в тарелке оливье несъеденный лежит. Быки, как картины, висят на стене, а я смотрю на отражение свое в окне. В ресторане рыбы нет, одно лишь мясо подают. На стене висят быки, а рыбы нет, один ответ. В центре на Лубянке такой есть ресторан. Там мясо на витрине лежит, как в магазине. На кухне повара снуют, официанты блюда в зал несут. Рабочий день подходит к концу, а я домой идти не хочу. Ресторан же скоро закрывается. Эх, была бы сейчас пятница, станцевала бы я на танцполе, как приличная развратница. Спасибо. Браво, ваши аплодисменты. Наталья Дмитриева. Твой шанс, и ты звезда.